Что там тебе надо было? 7 гвоздей еще. Блин, давай до свидания, друг. Я найду получше применение 7 гвоздям. Да, верстачок собрать, конечно, это еще та тема. Приходишь, и никогда нету этих гребаных деревьев. Все срубают, вообще не представляю. Ну, если ты все-таки осилил этот верстак, красавчик, я положил его пока в долгий ящик. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, мы продолжаем. Это Frostborn. Фантастический Frostborn. Куда мы с тобой собираемся? Я первый раз пойду, значит, в пещеру Одина. Место классное, ходить туда надо чаще всего. Вообще, вот прям бомбить эту гребаную пещеру Одина. Вот так я красиво делаю кирки, но я их не оставлю. Я их сейчас солью. И делаем вот такие классные посохи. Заучил я, значит, вот класс первый, да, более-менее адекватный. Огненный маг. Ну, что я тебе могу сказать? Везде, где написано урон, это классно, да? Это класс, которым ты можешь фармить. То есть убивать не ПВП, да, уклон идет, а именно монстрил фигачить. Мне, честно, нравится вот этот следопытик. Блин, он фантастический. Ну, то есть, он реально, ты будешь выщелкивать гребаных негодяев, как нефиг делать. Ну, и в ПВП, соответственно, если ты дэмэдж дилер, да, а в проще говоря, ДД, то в ПВП ты тоже будешь неплохо отнимать. Еще мне понравился для ПВП, но это уже отдельная тема, это будет потом. Еще мне понравился, сейчас тебе покажу кто. Бандосик. Вот, убийца, да? Вот этот класс, если дальше развивать, налетчик там, бандит 2, блин, он в ПВП прям будет жесткий парень, конечно. Ну, прям без Б. Прям хорош. Как я собираюсь? Ну, ты видишь, да, я собираюсь как бомж. Мы пойдем в пещеру Одина в соло. Вот, и пойдем мы как бомжи. В этом вся суть. Спасибо вам, друзья, за ваши комменты. Раньше, когда я играл, станки нельзя было вскрывать. Сейчас мне сказали, станки вскрываются. Насколько это достоверная информация, я фиг знает. Ну, в принципе, логично, да? Почему я не могу открыть станок, если я тебя рыжу? Поэтому, как бы, имей в виду. Ресурсы нифига не защищены в этих гребаных станочках. Так, значит, вот это мы несем в подношение. Хил мы взяли. Наносить будем мы, как ты уже понял, я буду за класс огненный маг. Фантастический мужчина, мне вообще нравится. Почему до сих пор не показываешь ПВП? Я тебе напоминаю, я никуда не тороплюсь. И тебе не советую. Ну зачем? Ну куда ты торопишься? Не торопись, успеем. Это факт, это очевидно, что самое крутое развитие в игре это рейдить чужие поселения. Не надо быть гением, чтобы понять, что в ПВП игре топ развития это рейды. Если ты уже красавчик, рейди со страшной силой, ни одно тебе подземелье, ни один босс не даст то, что ты можешь найти у какого-нибудь интересного мужчины. Я не знаю, каких-нибудь топ оружий, 10 ящиков, где он их взял, лучше промолчу, где он их взял, но я это понимаю. Убить 3 медведя, отлично вообще, фантастически. Вот это подземелье, да? По откату прям бомбится раз в сутки. Если ты немного играешь, ой, вообще фантастика. Откуда я гвозди взял последние? А вот из этого подземелья. Так, какой класс следующий я буду бомбить? Ну, по-хорошему, да, надо выбрать один класс и иди по нему. Да, то есть мне сейчас надо иллюзионист, дальше маг. Но я все-таки пойду вот к этому следопытику. А потому что я использую, значит, первый посох. Потом первый лук, да, и я смогу все оружие использовать прямо на ходу. Выбил, использую, да, и причем продуктивно. Короче, я вот к этому пацану сейчас стремлюсь. Смотри, как круто. Класс, да, 30 очков. Ну ты понял? Гребаные кирки и топоры. Крафти это безобразие. Ну про эту я вообще молчу, 3 очка. Крафти это безобразие и будет тебе прокачка классов. Вот эту статую бомби. Я сейчас просто с тобой не буду ее бомбить, потому что это неинтересно. Я тебе это показывал. Думаю, нафиг тебе не надо это смотреть. Район. Ну да, можно было сейчас район дальше качнуть. А что такого крутого-то? Да вот хотя бы вот этот гребаный большой мешок, да, сделать. Но для начала мы все-таки Одина стартанем с тобой. Потому что вот эти крепежи, они там падают. И потом уже будем район в 44-й вкачивать. Иду туда первый раз. Поэтому, да. Первый раз иду вместе с тобой. Серьезно. Мне не терпелось, конечно, потестить, побегать, посмотреть, как оно, что оно, почему оно. Святилище великого Одина. Но как бы я выдержал. Я выдержал и дождался тебя, чтобы вместе с тобой посмотреть первый раз. Это по сравнению вот с этими всякими
бомжатнями вообще топ, да, Один? Ну, не считая вот это, да, предгорье отчаянных. Я пока, если честно, не представляю, где еще брать медную руду. Друзья, оставляйте свои комментарии. Может, я чего-то не догоняю, может, что-то в игре изменилось. Может быть, мы можем готовые медные слитки лутать, да? Потому что выщемлять деревья, елки, это такая дичь, это такой беспредел. Они вообще не живут долго, эти деревья. Все это бомбят. Вообще ужас. Ну, понятно, идешь на рейд и получишь... Класс! Хватит о всякой фигне. Смотри, как круто был. Вообще, да? Ё-моё, у меня аж мурашки пожжёт. Ну, классно. Ч, куда попал-то вообще? Суперски. Бомжи, ну-ка, паровозик, давай. Ой, а чё так стрёмно? А в чем фишка этого, значит, мага? Смотри, делаешь залп, и это стакается до 5 раз. Огненный заряд дает вам 5% урона, не более 5 раз, то есть плюс 25%. Огненный заряд откатывается быстро. Блин, это реально классно. Вот из первых классов, честно, мне очень понравился. Нифига себе, тут какой-то лут еще есть. Да ладно, что, серьезно, что ли? Да ну нафиг. Год черного солнца, 42-й день. Бран, прекрати, я все понял. Я больше не собираюсь преследовать тебя, я ухожу. Возвращайся домой, прошу, это святилище проклято. Я же рассказывал тебе об этом. Представь, как отец изобьет нас, когда мы вернемся. Мы должны были помочь ему со стеной. Стоят ли твои сокровища асов его гнева? Прошу тебя, давай вернемся, пока не поздно. Если ты не совсем тупой, ты проверишь наш сундук и прочтешь... До сюда. Я буду ждать в клыках Гарма. Фантастика. Так, это интересно. Деревянный кулон, простолюдина. Ну, короче, вот это я помню. Серебряные, деревянные, золотые кулоны собираешь и получаешь супер-пупер награду, да? И вот здесь сверху ничего оставлять нельзя, оно перезагружается, если я не ошибаюсь. Такая дверь, давайте, блин. Я, насколько помню, когда ты... распечатываешь эту штуку, на тебя типа усиленные рейды идут. Ну что-то такое. Сейчас мы узнаем. Мы с тобой докопаемся до истины. Ну, всякий хлам, это понятно. Святилище Одина, требуемый особый предмет. Отлично. Нифига себе, один день, два дня откат идет. Оу, это гребаный бункер Альфа. Чего ты сказал? Сам не знаю, что я ляпнул. По пути зайдем в шепчущий лес и бомбанем. Ну вот и все, последнего бомжа наказали. Чик, хорошо, да? Турнир запустили. Ну что? Так. И все, да? И запуск пошел. У нас два дня на зачистку подземелья. Ну, конечно, если ты будешь сюда приходить со своей семьей, у вас будет 4 человека, это будет эпически, фантастически. Но напоминаю, я все-таки пока играю в соло. Пока вам заходит, друзья, будем играть в соло. Участвовать в турнире надо было давно нажать. Оу, чё, серьезно что ли? Вот так прям сходу? Вот сейчас представляю. О, лесной великан. Ничего, друг, ты, блин, серьезный мужчина, я тебе скажу. Вообще, да, хороший. Чё, серьезно что ли? Ой, вспотею я его бить. Да ничего не вспотею, нормально. Больно, блин. Вырезать я, конечно, буду в роликов очень много. 640 очечей, да, за одного бомжа. Лут оставляет желать лучшего. Все здесь зачистить, это ёлы-палы, да? Будем зачищать столько, сколько сможем. Не хватает важной детали. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Ну да, это интересно. Это интересно. Хорошо, хоть два дня дали. Дали бы 8 часов, я бы вообще выпал в это... Ну ты понял, я бы в шоке был. Ух, ничего себе, друг. Мужчина нормальный, да? Смотри-ка, чё. И он без обилок. Ага. Да? И он будет тупо бегать и бить. Да, ДПСик, конечно, нам надо повышать. Слабенько, слабенько. Ну, если учесть, что мы с тобой вообще, да, сейчас как это, как бомжи одеты... То, в принципе, неплохо. Ну вот сейчас, да, со спиняки, как бы все к этому драугу войну. Да, слушай, я вспоминаю, это круто.
И вот тут, короче, тьма тьмущая этих ящиков, ты фармишь вот эту шляпу, да, и в конце открываешь топ-топ-топ награды. Не, мы и близко, конечно, не пройдем все подземелье. Ну, ты понимаешь, да? А как я это буду делать в соло, не знаю, не знаю. Я обязательно отчитаюсь, как вообще у меня получилось, чего я дошел, куда дошел. Но посохов надо, ёлы-палы, если ты в соло бомбишь. Как бы мне... Блин, вот отсюда надо зачищать. Великан-отшельник, фантастика. Тоже косарь жизни. Ёлки-палки. Опачки, первый золотой крестик. А таких надо, наверное, штук 50-60, да? Ёлы-палы. Да уж, слушай, я не знаю даже, что сказать тебе. Ну, мы первый раз пришли, у нас первые посохи, да? Допустим, повысим дамаг, там все дела. Ой, блин, все равно, какая жесть, вообще, какая жесть. Времени надо просто вагон, я вот о чем. Просто вагонище времени надо, чтобы это все зачистить. Ой, ну хоть кто-то здесь есть, у кого жизни не 500 миллионов, серьезно. Я смотрю на этого драуга, мне прям приятно. Дружище, неужели ты тут один, наверное, такой адекватный, блин. С не килограммами жизни, блин. Всех остальных просто жесть, сколько хп. Все, посоха нету. Мы с тобой только начали, 3 посоха ушло. Мы только начали, все, нету 3 посохов. Ломаем этот лук. И в чем фишка, да? Я его хотел, допустим, в подношение отдать. Ну, не знаю, в чем суть. В общем, пока что без комментариев, друзья. Пока что без комментариев. Воу! Мужчина, вы солидно всекаете, я скажу. Ну да, это самый интересный парень здесь будет, да? Ёлки-палки. Хорошо всекает. Угу. Не, ну как бы не проблема, да? Какой-нибудь класс защитник, да, там нужен. Кто-то нужен ближнебойный. Если ты в соло будешь, ну реально, зачем? А вот таких пацанов в ближнем бою надо бомбить. Защитник, берсерк. Я думаю, берсерк, вот. Хороший парень, берсерк. И причем у нас есть хорошее оружие сразу изначального, да, под эту штуку. Вот, смотри, крепкий щит и меч. Цепи. Опять же, эти гребаные клещи, у тебя их мрак сколько будет. Вот эта штука, ну она выбивается. Рыбий этот клей, он выбивается, да? Против магов тоже в ближнем бою биться лучше. Так, ну что, давай я подготовлюсь, и мы еще чуть-чуть все-таки побомбим, да? Посмотрим, как вообще... Как вообще? Трупик наш лежит. Это понятно, он не может не лежать. 2 вот эти ерундовины выбили, да? Что я сделал? Я сделал сейчас посох уже посерьезней. Посох чародея. Вот. Ну как бы, блин, я не знаю. Это первый взгляд, друзья. Я надеюсь, ты оценишь. Это всего лишь первый взгляд. Первый тест. Я уверен, мы с тобой найдем нормальную, значит, систему, как мы будем бомбить. Бомбить мы будем фантастически. Но очевидно, что надо все-таки 2 вепона каких-то. Ну вот так, да, со спиняки бить сразу, начиная бой. Это совсем другой расклад, да? Хорошо, я, конечно, по месту, да, я просадился, да? То есть я бы красиво бомбил, если бы. Но это интересно. Это интересно, друзья, без Б. Что попало? Пока берсерк, да, есть, а надо бомбить. Драуг-боец. Неплохо. Можно, конечно, на дальнем расстоянии все-таки вот таких пацанов бомбить. А вот с лучниками, со всеми, кто стрелки, вот с ними в ближнем бою. Почему? Да это выгоднее будет, банально. Банально будет выгоднее. Ну да, да, да. И мы потихонечку, да, фармим всякую шляпу. Драуг-трел. С большой штукой-дрюкой. Ну ладно, уже начали, да? Уже начали бомбим. Ничего так он всекает мне. Это дэмэдж дилер конкретно. Вот против него лучше, конечно, магом, да, бомбить. Или каким-нибудь таким интересным пацаном. Ну, то есть дальняя атака. О чем я тебе говорил? Смотри, меняем вот так огненного мага, да? Так, берем посох, а вот эту штуку в запасе держим. И чё к чему? И ничего к чему. Хотя бы вот делать бэкстеп, да, задний удар. Проще говоря, задний удар. Со спиняки. Вот так, увеличенный. Потом меняем посох и расстреливаем. Ну, типа того. Не знаю, мне кажется, это имеет значение. Высший драуг-воин. Фантастика. Вот сейчас, конечно, можно всякие там эти
Чуть-чуть потерялся, друг. Да, с такими пацанами лучше на дальнем расстоянии. Банально не будешь тратиться на хил. О, смотри, как хорошо, да? Ускорение процедуры. Сколько? Уже 13 выдаем, да? Чем мы там заняли? Когда будешь первые места выхватывать, вот тогда будет нормально. Потому что за первые места, там, соответственно, ящик вообще фантастический, эпический. Ну, тоже неплохо, да, 6 гвоздей. Но. Первое место ты еще и будешь оружку получать. Соответственно, надо сюда ходить. Вот сюда ходить надо. Вот, кстати, парень. Так, он охраняет один ящик, фиг с ним. Давай посмотрим хоть что тут дальше. О, драук-шаман. Есть резон, конечно, все-таки в ближнем бою фигачиться. Единственное, смотри, надо вывозить по лечению. Не буду я даже класс менять. И не пропусти вот эту ерунду, да? Система понятна. Против стрелков в ближнем бою. Против милишников в дальнем бою. Какой-то такой у нас идет расклад. Да, всякие бафы, апкасты, которые увеличивают время на урон и т.д. и т.п. Все приветствуется. Уа, шикарно. Шикарно, блин. Это то самое, да? Требуется особый предмет. Открывает двери в святилище Одина. Ничего себе. Ничего себе. Фантастика, блин. Как это классно, а? Ну, я прям вот, я не знаю. Мне не передать тебе, насколько это классно. Офигенски. Я просто первый раз здесь. Я давным-давно играл и был уже здесь. Так, кто у нас там? Серьезный мужчина, да? Че ты, блин, промазал, что ли? Ой, господи, рукожоп, блин. Великан, во... Сколько у тебя жизни? Ёлы-палы. Ага. Ну вот, все, как бы все, да, приключения наши закончились. Интересно, его лещами можно затыкать? Я, кажется, давно тестировал его лещами, серьезно, без шуток. Сколько на него надо посохов? Ой, блин. Ха-ха-ха. Грязь, очень много. Да уж, очень много надо посохов. Так, ладно, давай пока на этого мужчину забьем. Нужны всякие викнесы, да? Ну, то есть, понижение защиты. Вы не можете разобрать, что здесь написано. А что здесь, может, написано? Написано там, значит, привет семье, вот что там написано. Великан-вождь, блин, дружище, ну ты мощный, ты мощный. Интересно, разогревается парень или нет? Пойдем сейчас попробуем его разогреть. Все отлично, парень разогревается. Друзья, оставляйте свои комментарии. Сколько надо вообще оружия на этого бомжа? 4000 жизней. Как бы я не знаю, я не хочу считать. Я понимаю, что это мрак, это жесть, это дофига. Но, если вот так вот вдуматься, это даже классно. То есть тебе по факту надо прийти и одного бомжа бомбануть, да, и получить какую-нибудь нормальную награду. Разве не прикольно? Мне кажется, прикольно. Мужчина-лучник, беспредел, блин. Давай его отводим. Ох, хорошо отнимает, блин. Вообще нормально отнимает. Ничего так, парень, да? Хорошо, прям заряжает только в путь. И самое прикольное то, что я помню, что это только начало. Дальше действительно будет весь ценный лут, да? И ну ты понял, да? Ты посмотри, сколько я уже потратил. Слушай, не обманывайте. А, вон чё. 30, да? 30 крестов. Это, собственно, те самые подношения. Угу. 30 крестов. То есть, нам надо убивать вот того огромного бомжа, у которого 4000 жизни, ты представляешь? Да, это сделать в соло, конечно, это жестко. Нам надо убивать этого гребаного великана, и он нам даст ключик, да, продолжение вот сюда вот. Короче, надо знать. Надо просто знать, сколько надо оружия, чтобы нагнуть этого гребаного великана. Я пока что что-то смотрю. Ёлки-палки, какая жесть. Справились, как дважды два вообще.
Эту систему мы знаем, да? Как дважды два вообще? Подумаешь, фигня. Нет, я так шучу. Это все не фигня. Здесь все жесть. Не-не-не. Смотри, сейчас. Оп. Раз в определенное время он просто обилку юзает. Вот сейчас, казалось бы, да, не успею за его спину зайти. Ничего страшного. Бежим, 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 бежим. Вот он опять юзает обилку. Бежим, 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 бежим. Вот опять обилка пошла. Единственное, есть одна трабла, да? То есть нам надо, чтобы прятаться за стенкой. Иначе будут залпы. Проще, конечно, с ним просто в ближнем бою бомбишься, да, и все. Раз, и готово. Ну что, сделали зачистку? Сделали. Жесть? Вообще жесть. Я в шоке. Я в шоке, и это только начало. Я выбил три вонючие креста. Честно, я не знаю, что тебе сказать. Это капец какой отстой. Может быть, оно как-то и имеет смысл дальше, да? Но пока я вижу полный отстой. Все самое вкусное дальше. До свидания, дружище. Все самое вкусное дальше, это понятно, во второй части подземелья, я помню это. Там эти заклепки, не заклепки, да, ну и как бы в состязаниях ты выигрываешь на ура, если будешь бомбить это заведение. Но готовиться надо, да, оружие надо, да, всего надо, да. Слушай, че у меня такой голос такой, да, такой, блин, я прям разочаровался, слушай. Я помню, что это не соло игра. Но я надеялся, что чуть-чуть как-то это по не так жестко. Но это очень жестко. Это очень жестко, да. Это 4 человека, и то они будут затраты, да, там, бешеные. Подготовка и все такое. Если тебе понравился ролик, если ты хочешь дальше видеть эту замечательную игру, она от этого не становится менее замечательной. Тогда, конечно, конечно, оцени ролик лукусом. Все просто. Вопрос, сколько нам надо вот этих гребаных посохов ученика, да, мол, ученика и т.д. и т.п. Сколько надо их крафтить? 10? 15? Ну и спокойно убивать этого бомжа и дальше проходить. Стоит ли оно вообще того? Пока-пока. Но сделано все, конечно, красиво.